о готовящемся покушении на Пригожина. Прошло несколько, вот он у меня был, когда я ему звонил, и шли переговоры вот эти, когда они маршем шли на Москву. У нас такие давно отношения, не то что близкие, но я его хорошо знал, он меня знал. И когда шел разговор, я ему говорю: Жень, ну ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь. Ну, в пылу этот человек только с фронта, а, черт с ним, погибну и так далее. Я ему говорю: Жень, ну я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла. Не-не-не, я так не хочу, я героем погибну. Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне, я его категорически, он с Димой Уткиным был, я категорически их обоих предупредил: ребята,